Фастфуд давно ассоциируется с чем-то вредным. А так как шаурма – это фастфуд, ее тоже считают далеко не самым полезным для организма продуктом. Но оказывается, что шаурму можно есть, не боясь за свое здоровье и фигуру. Если говорить, чем она полезна, то как раз вот в плане диетологии нам советуют в один прием пищи употреблять белки, ну, которые там присутствуют в виде мяса, структурные углеводы, клетчатку, которая присутствует, ну, в виде капусты, огурцов, помидор. Быстрые углеводы, ну это как раз углеводы хлебной лепешки, ну и какое-то количество жиров. С точки зрения правильного питания в шаурме есть все, что необходимо организму. Куриное мясо, овощи и некалорийные соусы. Однако при этом есть и две проблемы – масло и кончик шаурмы. Если ее держать вертикально, то понятно, что масло стекает вниз, оно не обладает сверхтекучестью, и вверх течь не будет, поэтому, да, соответственно, чтобы, скажем так, лишнего количества жиров не получить, можно просто нижнюю часть не доедать и вот это жирное оставить там. Специалисты рекомендуют делать шаурму самим и использовать при этом только полезные продукты. Например, вместо жирного мяса использовать диетическое, такое как куриная грудка или индейка. А майонезную заправку заменить на нежирную сметану или добавлять натуральный йогурт. Если брать, ну, какие-то, скажем так, ларьки-палатки, то я так думаю, что даже очень здоровый человек может как-то испортить себе здоровье раз случайно, попробовав пищу оттуда. Но может и не испортить, то есть тут уже как повезет. Также не стоит кидаться на первый попавшийся ларек. Стоит убедиться в санитарных условиях и проверить наличие сертификата. И обязательно помнить, что шаурма... Она не должна шевелиться. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз.